Поэтому я говорю, давайте этот год просто тихо переживем. Состояние дорог, содержание мусорных площадок и меры поддержки семей. Ради Хабиров обсудил вопросы, волнующие жителей Башкирии, с главами сельских поселений. И если одни проблемы глава республики готов решить в ближайшее время, то другие просят отложить. Например, завершение ремонта дороги Бирск-Таста-Басатка, по которой уже запустили движение автомобилей, но работа там полностью не завершена. Трафик вообще большой сейчас стал. Сейчас все фуры, все даже вплоть до автобусов. А глава здесь нет, Мичлинский? Если есть там какой-то прогноз по деньгам, напишет, а я буду смотреть, куда ее воткнуть, в какую вот историю. Ладно? Хорошо. Во-первых, разберусь, что это дорога. Значит, по Бирсу Тастубасатке. Ну, как вам сказать, я до сих пор не очень понимаю, что столько денег вот на эту дорогу было. Наверное, можно было найти более оптимальное решение. Но что есть, то есть. К сожалению, эту дорогу мы еще до конца не сдали. Обсудили и фонящие дороги, страдающие от большегрузов, благоустройство сел и нехватку рабочих мест в Башкирии. Сейчас у нас большой проблемой становится даже не столько, значит, безработица. Помните, одно время, я вот в 2018 году, когда начал работать, во многих муниципалитетах такая остро стояла проблема безработицы. Сейчас этой проблемы как таковой нет, у нас хуже ситуация, у нас не хватает рабочих мест. Безработица там где-то 2,6%, а не хватает рабочих мест. Потому что вакансии в каждом крупном предприятии есть.